Постоянные напоминания и призывы сотрудников ГИБДД к соблюдению правил дорожного движения не всегда оказываются эффективными. К сожалению, статистика дорожно-транспортного травматизма сегодня стремительно растет. Почему это происходит и как этого можно избежать, разбирались Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Будьте внимательны на дороге. Это ставшее привычным для многих выражение имеет довольно глубокий смысл. Но статистика свидетельствует, что люди утратили бдительность. Количество ДТП растет, как и количество пострадавших и погибших. По данным ГИБДД России по Славянскому району, за 8 месяцев нынешнего года произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, в которых 73 человека получили травмы, а 19 погибли. Резкий скачок аварий зарегистрирован в сентябре. За 20 дней произошло около 120 ДТП. Одно из самых резонансных дорожных происшествий – это произошедшее в ночь с пятницы на субботу на автодороге Славянск-Петровская-Целина-Ачуева, в результате которого три пассажира транспортного средства погибло на месте ДТП, двое получили телесные повреждения. Как показывает практика, статистика, те люди, которые были пристегнуты, то есть водитель и пассажир, находившийся на переднем правом сиденье, пристегнуты ремнями безопасности, они остались живы. За год в автомобильных авариях погибает больше людей, чем в авиа- и железнодорожных катастрофах. И несмотря на это, водители продолжают нарушать правила поведения на дороге. Выезжают на встречную полосу, не желая стоять в пробке. Не пропускают пешеходов, чтобы не тратить свое время. А стоит ли торопиться, если эта спешка может закончиться плачевно? Несмотря на серьезные штрафы и лишение прав, водители по-прежнему садятся за руль нетрезвыми, тем самым ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Много аварий происходит по вине водителей мототранспорта. Зачастую они игнорируют самые простые средства защиты – шлемы. Не соблюдают элементарных правил дорожного движения. В нашем районе за 8 месяцев произошло 16 аварий с участием мототранспорта. За аналогичный период прошлого года – 7. Задуматься о ценности и хрупкости человеческой жизни необходимо каждому из нас. Об этом в очередной раз напоминают сотрудники ГИБДД. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, пешеходам Славянского района, о максимальной бдительности при нахождении на проезжей части либо за рулем транспортного средства. Не пренебрегайте, пожалуйста, правилами дорожного движения, скоростным режимом, поскольку мы все знаем прекрасно, что жизнь у нас одна, и здоровье ни за какие деньги не купишь. Нередко подростки, не задумываясь о последствиях, садятся за руль транспортного средства, не зная ни правил, ни знаков, не имея навыков вождения. А они, эти последствия, могут быть плачевны. Такие горе-водители на дороге очень опасны, потому что наносят непоправимый вред и здоровью, и жизни всех участников дорожного движения. И пешеходам, и водителям, и самим себе. Смерть на дороге, инвалидность на всю жизнь. Что может быть хуже? А как тяжело и страшно переживать последствия ДТП родным и близким тех, кто пострадал или погиб в автокатастрофе. Берегите себя!